Александр приехал из Москвы, чтобы принять участие в соревнованиях по савату, которые прошли в Одинцове. Спортсмен занимается этим видом единоборств уже 7-й год, и его секрет успеха – регулярные тренировки. На тренировках не халтурить надо, заниматься, отрабатывать удары. В день соревнований по французскому боксу на ринг вышли саватисты от 9 до 18 лет из 8 регионов. Всего за 2 дня соревнований прошли отборочные и финальные поединки, в которых выступили около 80 участников. Французский бокс – это удары, нанесенные руками и ногами в легком контакте. Есть АСО – легкий контакт, есть комба – полный контакт. Соревнования проходят в категории АСО. Сборная Московской области, в состав которой вошли спортсмены из Одинцова и Коломны, заняла 2-е общекомандное место. Они завоевали 6 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».